Но в Мариуполе выясняют обстоятельства взрыва патрульного катера, в результате которого один человек погиб, один числится пропавшим без вести, и еще 5 госпитализированы с травмами. В воскресенье судно пограничной службы инспектировало акваторию Азовского моря. Военные заметили предмет, который приняли за радиобуи, и попытались поднять его на борт. Прогремел взрыв, катер пошел ко дну. Почти весь экипаж удалось спасти, кроме командира. Его ищут до сих пор. По предварительным данным, то, что пограничники приняли за сигнальный передатчик, оказалось самодельной бомбой. Такие в районе Мариуполя находили и раньше.